Здравствуйте, денечка, с вами Мария Петрова, и сегодня я нашла вдохновение для цветных изнанок в дизайне стемпинга. Мне подумалось, почему бы не сделать реверсивный стемпинг в изнанку. Отпечатываем сначала черным цветом надпись, а потом начинаем заполнять фон мазками из ярких цветов. На этом моменте я забыла включить запись на модели, поэтому доснимаю кусок на манекене, надеюсь, вы меня простите. Длину формирую с помощью полигеля с шиммером, а в зоне кутикулы дорабатываю жестким гелем. Ну и конечно, куда же мой любимый дизайн с цветными изнанками без моего же любимого обратного френча. Я решила поддержать розовый цвет, который у меня был в изнанке, и, естественно, засыпаю его акриловой пудрой с блеском. У нас получился лаконичный спокойный верх и очень яркий дерзкий низ. Самое главное правило – это правило гармонии, дамы и господа. Активная фактура должна быть только в одном месте. Ну а я и материалы сота желаем вам яркого лета!